Все лучшее детям. Очередная детская площадка появилась в городском округе Люберцы. Она разместилась в поселке Томилино в микрорайоне Птицефабрика. В честь торжественного открытия новой игровой зоны для самых маленьких местных жителей организовали развлекательную программу. Детская площадка появилась недалеко от Томилинского пруда. Теперь игры на свежем воздухе рядом с водоемом стали доступнее для местных малышей. Игровой комплекс отвечает всем современным требованиям. Дети довольны большим количеством разнообразных элементов, а родители спокойны за их безопасность. Здесь можно кататься с горки и не переживая о том, что ребенок где-нибудь упадет. Отличные борта, отличное покрытие, разноцветное. Им интересно рисовать на нем мелками. Качели безопасные. Средства на установку игрового комплекса выделены из бюджета Московской области. За последние 3 года по программе губернатора в столичном регионе построено 320 детских площадок. 4 из них расположились на территории городского округа Люберцы. Мы сегодня говорим слова благодарности и правительству, и губернатору Андреевичу Воробьеву. И, в принципе, для поселка много делал в прошлом глава. Сегодня также отвечаю за Томилино Игорь Николаевич Дворников. Томилино – это один из самых обустроенных, благоустроенных поселков. Открытие новой детской площадки стало настоящим праздником. Поздравил жителей поселка с таким событием заместитель министра энергетики Московской области Александр Парий. Сколько ездил по миру, но, может быть, за исключением каких-то огромных, сверхдорогих там Диснейлендов, такого уровня площадок не встречал нигде. Еще один сюрприз ожидал томилинских детишек от коллектива театра «Кукол Радуга». На новой площадке вместе с ними играли и веселились герои любимых мультфильмов. Луиза Егиазарян, Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.